Всем привет! Добро пожаловать ко мне на кухню. Сегодня я покажу вам, как я приготовила торт-раскраску Винни-Пух с сердцем. Для этого я испекла сочный пирог без муки, перемазала я его сливочным кремом с кусочками киви и украсила его белково-заварным кремом. Как я делала картинку? Для этого я ее нашла в интернете, перерисовала ее, положила ее в файлик и контуры картинки я обвела растопленным горьким шоколадом. Затем я положила файлик в холодильник и дождалась, пока он застыл. Когда шоколад застыл, я с легкостью перенесла картинку на торт и разукрасила кремом. Ну все остальное вы увидите в видео. Давайте начнем.